Почему затопило Гомельщину в этом году? Какие стиральные порошки запретили продавать в Беларуси? Ну и что с нашей баскетбольной сборной? Я заберу вас всего одну минуту, расскажу три сильные новости. Это рубрика «Короче». Поехали! А еще в Гомеле на площади Ленина появились туи. Фоткайтесь. Почему так сильно затопило Гомельщину в этом году? В Белгидромете говорят, что всему виной интенсивные осадки, которые обрушились в апреле. Но опытные спасатели утверждают, что это еще цветочки по сравнению с тем, что было в 99-м. Тогда от наводнения пострадало 49 районов нашей страны. В Беларуси перестанут продавать некоторые виды стиральных порошков. В госстандарте признали опасными некоторые виды продукции «Тайд» и «Ушастый нянь». В ведомстве пояснили, что эти виды продукции могут быть опасными при применении в стиральных машинах. Белорусскую баскетбольную сборную отстранили от участия в турнирах. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола. Результаты отборочных игр с участием белорусской и российской сборной на Кубок мира 2023 будут аннулированы.